летняя пора, а чьи очарования. То, что она началась, видно уже не только по календарю, но и по пожелтевшей листве. Честно говоря, я это меланхоличное время не очень люблю. Приходится постоянно себя взбадривать, поднимать как-то себе настроение. А лучший способ для меня поднять себе настроение – это съесть что-нибудь вкусное. А лучше – шоколадное. Поэтому я вот подумал, приготовлю-ка я сегодня шоколадный мусс. Приготовить мусс из шоколада совсем не сложно. Этот процесс не отнимет ваших драгоценных сил, ну разве что совсем немного времени. Особое внимание следует уделить выбору шоколада. Он должен быть чистым, хорошим, правильным, без всевозможных примесей и потусторонних добавок. Далее принцип следующий. На водяной бане растапливается шоколад, белки отделяются от желтков. К желткам добавляется растопленный шоколад потихоньку, чтобы желтки не сварились. А в дальнейшем к этой желточно-шоколадной массе добавляются взбитые в густую пену белки. Вмешиваются они, образуя объемную воздушную массу, которая разливается по формочкам и отправляется в холодильник на 3 часа. Как видите, в теории все звучит достаточно просто. Осталось эту теорию применить на практике. Подождать каких-то 3 часа, украсить охлажденный десерт ягодами или фруктами и наслаждаться. Если вы подадите этот десерт гостям, я уверен, они сойдут с ума от удовольствия. Кроме того, почему-то часто кажется, что приготовить мусс из шоколада – это безумно сложно. Но вы-то теперь знаете, как есть на самом деле. С вами был Саша, Cooking Time видеоверсия. Пока-пока!